Внимание любителей музыки Москвы привлекла новая афиша – фольклорный ансамбль Владимира Назарова. Сегодня в оркестре Назарова свыше 100 инструментов со всего мира. Но в основе репертуара музыка народов СССР – узбекская, украинская, молдавская, грузинская. Много времени Владимир проводит в дальних поездках, собирая старинные песни. Басы сейчас прорепетируйте немножечко. Давайте. Прямо. Больше звук. Себя. Да, стоп. Начнем. Донести до современного зрителя народную музыку, не дать ей исчезнуть. В этом видит свою цель Владимир Назаров и его ансамбль. Нам голова.